На нас напал Робоштейн. Он решил уничтожить все машинки, чтобы добраться до тоботов. Его мощный измельчитель очень опасен. А еще преступник сломал мои ВИ-часы. Но с помощью нашего друга Мишки Бо мы смогли выпустить рейнджеров и использовать его вещи против него самого. Детективы Галактики. Выхлоп из зеркала. Часть первая. Крепкая. Потрясающе! Молодец! Это было слишком просто. Ну, у тебя же черный пояс. А теперь, Виктор, готов? Конечно! Вперед! Да, да, удачи! Моя нога! Тебе 5 за попытку, Виктор. А теперь вставай. Так, скажи-ка мне, ты нарочно упал? Перестань. Он всегда был в лучшей форме. Решил притвориться? Нет! Ну все, хватит! Инструктор! Долго мне еще ждать черного пояса! Где-то 100 лет. Что? Шутите, да? Перестаньте! Ну ты даешь, гонщик. Аварийная ситуация. Я этого не допущу. Да. Пора остановить эту машину. Тоботы, вперед! Трансформация! Надо остановить ту машину, иначе будет беда. Погоня – мое любимое занятие. Ха! За ним! Догоним нарушителя! Ха! Тормози! Осторожно! Он что-то задумал! Что это было? Пахнет скунсом! Фу, ох, забыл вас предупредить про его отвратительный выхлоп! А, спасибо, что сказал, друг! Да, когда закончим, ты нас помоешь. Теперь придется! Быстрее, догоним этого грязнулю! Вперед! А ну, стой! Он подготовил еще сюрпризы! Ах, откуда нам было знать? Ха-ха-ха! Неуклюжий лев! Смотри и учись! Это все, на что ты способен?
Эй, хватит меня зажимать! Я бы попросил. Ты как рыба, выпрыгнувшая из воды. Это так и есть. О, нет, только не это. Их больше, чем нас. Циклон Хок, сюда! Наконец-то пожаловал. У меня есть план. За мной. Я понял. Шевели плавниками, акула. Я не подчиняюсь кошкам. Ну и ладно тогда. Зато я первый пошутил про животных. Обойдемся без споров. Куда же ты? Они едут в другую сторону. У меня есть план. А он точно хороший? Ну, скоро узнаем. Начали. Леон Робер, следуй за желтой машиной. Капитан Зак, а ты за синей. Что касается красной, она моя. Ясно! А ну иди сюда, Криснуля! Последнее предупреждение, и я обработаю тебя освежителем. Хочешь по-плохому, да? Я так и думал. Серьезно? Испытываешь мое терпение? Хорошо. Львиный кулак! Ну что, вот ты и попался. Не рассчитал силы, синий? Отличный бампер! Капитан Зак, акулий скейт! Ты похож на приманку! Мне понравился твой план! Мои расчеты всегда верны. Ага, интересно. Но тебе от меня не скрыться. К твоему сведению, я еще ни разу не проиграл. Ты полон сюрпризов, но игра окончена. Циклон Хок! Ветряное чудо! Зря стараешься. Силенок не хватит. Сейчас узнаем, на кого вы с друзьями работаете. А давай сядем на них и заведем двигатели. Думаю, не стоит. Или ты забыл про ужасный выхлоп? Я устал ждать, когда вы, глупцы, наконец догадаетесь. Нет, Робоштейн! Соскучился, малышка? Ну что ж, у меня еще один сюрприз. Мы что, в ловушке? Ого. Думаю, нам пора переходить в наступление. Ха!
Постой! Давайте вместе! Режим активации! Роботы! Би-трансформация! Трансформация! Львиный коготь! Руба-коготь! Стойте! Он что? Да, он провел зеркальную атаку. Наконец-то достойный противник! Ты в последний раз приземлился на ноги. Как только закончу с этой подделкой, перепрограммирую тебя. Леон Роберт, могучий рык. Роборык. Попался. Ты в порядке? Как он это делает? Одно я знаю точно. Мои датчики опасности мигают, как при звездном дожде. Это потому, что сейчас вы станете кратерами на Марсе. Томас, детективы галактики. Робоштейн повторяет все наши движения. Мы с тоботами впервые столкнулись с таким злодеем. Вдруг мы не справимся? Есть один способ – отдать ему старое оружие Катапуза. Тогда злодей даст нам передышку, а мы продумаем контратаку. Иного пути нет. Придется рискнуть и надеяться, что рейнджеры успеют вернуть кольцо обратно. Смотрите, чем все закончится в следующей серии «Тобот. Детективы галактики». Озвучено ТМС в 2021 году.